Всем привет, вы на канале Тренд Кино. Топ сегодня вы увидите описание сериала «Водоворот». Сюжет: пара влюбленных Мила и Михаил переезжают из Москвы в маленький город. Мила устраивается пресс-секретарем в местный яхт-клуб. Она уверена, жизнь удалась и впереди только удача с попутным ветром. Но на новой работе героиня попадает в водоворот неожиданных событий в семье Калининых, самой влиятельной семьи города. Один из Калининых, владелец яхт-клуба Руслан, недавно потерял любимую жену Анжелику. Несчастный случай на яхте окончательно подрывает имидж компании. Миле предстоит трудная задача, не только спасти репутацию бизнеса, но и распутать клубок семейных тайн, а также разобраться в событиях той ночи, когда погибла Анжелика Калинина. Клубок интриг затягивает Милу все глубже. Удастся ли ей выбраться из водоворота страстей невредимой и обрести счастье с любимым? 10 серия. Мишу собираются уволить с волчьим билетом. Он уговаривает архивариуса Лену помочь ему. А несправедливо обвиненная в поджоге Ира обращается к Миле за помощью. Она уверена, что пожар устроила сама Марина. Мила ввязывается в очень опасную игру, чтобы защитить любимого и расставить все точки над «и».